Привет, ребята! Смотрите, это с вами я, Розяша, и я сейчас буду учить вот это вот мистера Макса, как проходить. Я думаю, у него все получится, ведь я ему помогла и буду помогать. Давай, Максик, тут помогла, вот это ему помогла. Чего же он тут с первого раза взорвался, а? Потому что эти синие шарики вообще какие-то непонятные. Так, они такие... Эй, ты опять? Так, хорошо. Значит, мы сейчас не будем с ними сражаться. А мы лучше вот сюда вот допрыгнем. Потому что тут нам надо что-то отключить, да? Что-то отключить, чтобы пройти дальше. Вот сейчас мы этим и займемся. Так, а ну-ка, давай, доезжай до меня. Доезжай, молодец. Это мы забрали, сюда мы подошли. Так, здесь тоже. И раз, два, три. Все, готово. Так, теперь нужно подождать, пока эта штуковинка подъедет. Сейчас подождем. Ждем. Она подъехала, и мы тут забираем. А! Ой, как это было рядом? Ты чего? Такс. Опа. И... Наверх! Нет! Отстань! Мы все-таки спрятались в телепорте, и нас не достанут эти монстры. Такс. Оп! И опа! Хорошо. Осталось добраться наверх. Давай, Максик, забирай. Я же вижу. Оп. Так, смотри, я тебе говорила, что звездочки нельзя пропускать, а мы эту звездочку пропустили. Кто был внимательный? Вау, это что за аттракцион такой? Нет. Ха. Здорово. Я хочу еще. Я тоже хотела еще. Но туда вернуться, конечно, будет трудненько. Ну ладно, время не ждет, потому что мы должны спасать мир, спасать Луну от злодеев. Поэтому не будем останавливаться и продолжим дальше. Так, теперь тут опустимся. Оп. Отлично. Так, сюда. Раз, два. Так. Ох, как вылетели. Почему мы там сразу не допрыгнули, я не понимаю. Так, точнее, я не забрала звездочку вместе с Максом. Вот она, та проблема наша была. Так, ну хорошо. Ну, теперь прыгай в телепорт. Да, теперь смело это ты можешь сделать. Отлично. Теперь на вот эти вот полосочки специальные. Раз, два, три. Опа. Ты куда? Ты куда улетела? Куда ты собрался? Я все видела, что ты хотела от меня убежать, что ли? Ну, не думаю, ребят, что Макси хотел нас убежать. Просто гравитация его туда так попа. Вот как сейчас, он совсем чуть не улетел в космос, вы представляете? А если бы улетел, где бы мы его там нашли? Вот скажи мне. Так, оп. А вот у нас и проходник. Так, еще одни головоломки. Опа. Так, мы все можем его оставить. То есть он взорвался, я нажал на кнопку. Ого. Так. Ага, не получится у тебя, злодей. Не получится. Эй, это я хочу уже туда запрыгнуть. Да нет, не надо туда запрыгивать. Оп.
Ой-ой-ой, ребята, в космос мы летели. Вот, смотрите, рядом солнышко. Но на этой прекрасной ноте мы тогда закончим. И продолжение ведь в следующей серии будет сражение с боссом, ребятки. А сейчас посмотрите интересный видеоролик, который будет спрятан секретик. Кто его найдет, напишет об этом в комментарии и получит от меня кое-что интересненькое. С вами был Спиди Дэвидо и я, Розяш. Всем пока-пока. Уху!